Ильев. Они после короткого танца занимают 6-е место. И именно они открывают соревнования в произвольном танце. Их композиция на музыку из оперы «Фауст» Шарля Гуно — «Вальпургиева ночь». Ну, что такое «Вальпургиева ночь»? Мы все хорошо знаем. Это ежегодный шабаш, ежегодный праздник ведьм, когда они собираются вокруг сатаны. Ну и не случайно я называю тему этого произведения, потому что даже в правилах фигурного катания сказано, что в танцах на льду нужно обязательно знать тему музыки, и, естественно, партнеры, пары должны ей соответствовать. Аплодисменты трибун. Мы все с вами прекрасно знаем, как сложно в танцах пробиться.